Всем привет, с вами Серч, и добро пожаловать на первый выпуск Warface Stealth. Здесь ценится грамотная и тактичная игра. Поехали! Третье место, клан Вар на карте Переулки. Давайте пушку туда. Давайте уже двойку, отнёрфи. Бомба взята. Отряд, перегруппироваться. На переулках учил, да? Ой, тут тоже, тут тоже. Решили зарашить двойку и не прогадали. Штурмовик не растерялся и сделал свое дело. Второе место. КВ на той же карте. Рынок задымите, уходим на два. Я же говорю, они донные. Если нас на двойке заденут, сразу отходим на рынок. Меня на балкон киньте, на балкон, вот с пулей быстрее. Все, все. Хорош. Спасибо. Уйди. Сзади обходят. О, был же. Граната! Кто задымил? Фу, я подстрелил его, прикинь. Молодец. Че? Где? Добил. Тактичная игра при минимальных потерях. Молодцы, ребята. Первое место. Противостояние двух команд на Дасте. Так, идем двоечку. Хэд, смотри спину. Я с Крейзи на зелень. Ника, подсади Анда наверх. На балкон. Плент, да, плент. Крейзи на зелень. А плент? Так, чуть-чуть Крейзи похолдим здесь у машинки. Подождем. Ладно, ладно, ладно. Похолдите длину. Хэд спину посмотрим. Я спину и... Мы Крейзи просто подождем, вдруг кто обходить будет, потом поджимать еще. Если там все нормально вот будет. Это. Так, аккуратно, только Ника сразу уйди по длине, чтобы тебя не прокинули. Хэт, ты что-то на самой респе сидишь, тебе парапета не видно. Я смотрю на Петра, на парапет и на балкон на двойку. Так, давайте. Делай там, я... Ну, посиди пока, похолдим. Парапет ассиста. Ан, тебя задели? Для не подсад прокидывают. Не знаю, Галуш, меня зацепили, чтобы не спалили. Тупик не видно. Крейзи, пошли к тупику. Крейзи. Давайте, ребят, стягивайтесь ближе к длине. Ну, кулаку уж. Сейчас заходить будем. Ух ты, ничего себе. Рандомщик. Ника, давай, давай, иди сюда. Вообще сразу входит. Да, смотри, слева сейчас выйдет. Давайте слепо грены заходим. Давайте, давайте, слышите, слепо грены. Все, давайте заходим, заходим. Там жопа чиста, жопа чиста, не бойтесь. Слепо даю. Жопа вся чиста. Заходим. Проходим на плен. Ника, иди бомбу ставь, Ника. Бомбу. Там бегает, чёрт. Ника, бомбу ставь, Крейзи, не стреляйся, не надо, не надо. Уйди, Крейзи, уйди. Все есть. Все, держим плент. Анта, аккуратно, не пали сильно. Хэд с Анда, смотри. Ант, ляг пока. А Хэд с тебя посмотри. Я сдох. Да глянь, глянь с Анда. Понятно. Хорош, да, хорош, все, так, держимся. Чисто, 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 жопа. Хорош. Давай, Ант. Ант, прикрывай. Кишка, ой, да, кишка. Держимся, держимся, не вылазим. Все пока нормально. Ой, хорош. Красава. Сейчас, короче, делаем. Хэт идет в арку. Я с Крейзи подсад. Грамотная координация всегда принесет победу в копилку команды. Молодцы, ребята, это было интересно. Все трое получают VIP-ускоритель на 7 дней. На этом наш первый выпуск подошел к концу.
Если вы хотите показать русскоязычному сообществу Warface уровень своей командной игры, то присылайте видео длиной в один раунд на сайт wfdefisss.ru. Мы не хотим видеть паблик, PvE режим и ваш скилл на полигоне. Нам нужна только тактичная и скоординированная игра на кланваре. Ставь палец вверх, если тебе понравилось, оставляй комменты, а также подписывайся на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, бойцы, желаю вам максимум тактичной игры.